командой Метро мы не первый раз играем. Мы играли с ними в волейбол уже трижды, дважды играли в футбол. Очень надеемся, что этот матч у нас не последний, и будут еще много разные в поддержку любительского футбола, потому что все показывают игры Шинника, но никто не показывает, как у нас играют непрофессионалы.